содержание несовершеннолетних детей является обязанностью любого родителя, причем факт отбывания наказания за совершение какого-либо преступления не освобождает от данной обязанности. Такие граждане имеют определенный доход, размер которого в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством не может быть меньше, чем определенный законом минимальный размер оплаты труда. Указанное вознаграждение начисляется заключенным в результате выполнения ими определенных трудовых обязанностей в процессе отбывания наказания. Именно поэтому размер алиментов для таких лиц определяется в обычном порядке, в виде определенной доли от регулярного дохода. Если один из родителей ребенка отбывает наказание, то второй родитель или законный представитель может обратиться в суд с заявлением о выдаче судебного приказа на взыскание алиментов. После рассмотрения дела и получения указанного документа взыскатель направляет судебный приказ в администрацию того исправительного учреждения, в котором отбывает наказание родитель ребенка. При получении данного документа администрация принудительно будет удерживать установленную в судебном акте долю из месячного вознаграждения заключенного и перечислять данные денежные средства. Если вы хотите быстро похудеть или набрать мышечную массу, зайдите на сайт athleticblog.ru. Athleticblog.ru – это научно обоснованные программы тренировок по фитнесу и бодибилдингу, эффективные диеты и планы питания. Здоровый человек успешен. Athleticblog.ru.